2024 года. 15-й październик, 2024 год. Браджананда Гера, Катхаши Вайшнав Дасбаба Джи Махарадж. Иттам Шарат Сатча Джалам Падма Карашурам Дина Нявишад Байуна Патам Шаго Гопалако Банам Шарва Виданта Шар Махапуран Шри Шриман Бхагавати Махапуран Шри Шриман Бхагавати Дашамаскандхи Десятая песня Эка Винша Аддхари Шримад Бхагавата, десятая песня. Песня то польское слово? Рассказчик. Версет. Но не версет. Песня то... Шрипад Шукадев Муни. Шрипад Шукадев Муни. Шрипад Шукадев Муни оповяда. Десятом песня Шримад Бхагавата. Ди Огурко Шарудия Шушама. Описывает удивительную красоту в Радже. Описывает чудовную пенькость в Радже. Есень. Тар ворнана дие. Шанте канто. Тар воне воне Шри Кришнер гочарон лила. Описывает, как Кришна пасет кору. Бенуган. Описує, як Кришна играє на флейті. Пасе кров, як спів, гра на флейті. Услышав мелодію его флейти, Бриндаване Ставар Джангамен Ки Апурпа Бхава Саммоха. Нечто удивительное происходит в лесу Бриндаван. Гопинам Ки Малгеши Фелесе Смеджа Гопика. Выдажася в лесе Бриндавана, як Кришна загра на флейте. Вани Роланти. Живились в него. Вшистки враджа Гопи закохались. Бинам Траяси. Без стараний. Аж Гопияна Лачанам Рито, Гопинат Гопиканто. Сегодня Гопинат Джанатадир Видай Мандирке Чилатадир. Смог войти в храм Исидеть. Дисяй Гопинат захватил их сердца. Коханы шестки Гопи шед в святыне их сердец. Гопинатир Гопи. Их так, все гопи. Все, у яков бензине их сердца, Гопинат Кришна. Тара пусте парени бепарита. Они не смогли понять. Они не зрозумели этого. Почему так произошло? Для чего так все стало? Бродир Шарадия Сушама. Здесь Шукадев описывает Бриндавани, Воневани, Хела. Шукадева описывает пенькость Ласа и разрывы Бриндавана. И удивительное настроение Бриндавани. И чудовный настрой в Раджа-гопи. Амраджани. Мы знаем. Где мы? Где Бхагавани Тривита Шакти. Что у Господа? Кришне Ананда Шакти Тати Прадхан Кришна Шакти Уни Хела Коре Кришна Шакти Хела Коре Кришна Шакти 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 Кахаун Кришти Лила. Тогда это Лила называется Валони Лила. Когда он граз Махашакти, Сей Ваве Дамша Лила. Ананта Прати Брахманда. Тогда он уничтожает он. Сей Подидришаман Джага. Когда он Тарте Гралада Нон. Джаганнати. Но Джаганнат Киди он нищет от этого мира. Киди он нищет все святые на иные роды энергии. Нам не стоит сосредотачиваться на этот мир. Мир
যাতে আমরা সাধন করে প্রেম লাভ করতে পারি это место для того чтобы мы могли совершить কত ভাবে কত বৈচিত্রিতে এই বিশ্ব জগৎ রচিত কত রূপ এই অনন্তমতি ব্রহ্মাণ্ড Это Вселенная. Бог сделал там этот Всесвят такой пенький. А также с ним Всесвят, который больше, чем наш Всесвят. То показывает, как он великий. Здесь есть красота. Тут есть пенькность. Красота проявления его маяшакти. А эта пенькность, то его маяшакти, такая иллюзия. В этом свете. Это пенькность, что майя, иллюзия. Мы будем знать, что этот мир принадлежит Джаганнату. Если мы будем видеть, что этот свет належит до Джаганната, и всегда будем видеть Джаганната, то тен, Господь играет вместе с нами. Свят не звапи нас до иллюзии. До своей вапувки. Господь играет и вместе с Джива Шакти. Кришна тоже играет с Джива Шакти с нами. Джива Шакти то вы же не Майя Шакти иллюзия. Майя Шакти Ма Тригуны. Это как дети Господа. А Джива Шакти то яко дети Бога. Джива Шакти он и сам Татха, то на границе. И Бог с нами играет. Он дба о том свете, о нас. И та лила называется сансара лила. Бог завше з нами є, як о Параматма. Он ніколи нас не опущає, завше є з нами. Та ласка Бога, Джива, вона відвернулася від Бога, але Бог завше з нами. Ми тут і хочемо задовольняти. Але Кришна робить все, щоб Он дає нам все для того, щоб врути до вічного свята. Он завжди коло нас, щоб показати нам правдиву стежку, правдиву стежку. Але Говинда, але безпосередньо Говинда ніколи не є зв'язаний з тим матеріальним святом. Пан має ще єдну шакті, то його вовненчній шакті. Із тієї вовненчній шакті він теж гра. Те розривки, о которых ми мовимо і оповідаємо, то розривки з його сварупша шакті. Те розривки се називають нітья ліла, то вічні ліли, які і завше в духовному світі се знайдуємо. Те розривки завше нове.
Дарока, Мотура, Голок, Бриндавон. Айодхья, Дварага, Галока, Матхура, Вриндавана, поместится в разрывах Пана. Нитья Лила, Шри Кришны во Вриндаван. Постоянным потоком проходит. Кинту Брахмар Эгдине Эгколпе. Виддути Чавакир Моги. Завше Тальнити Лила и Дева Вриндаван, завше, она вечна. Как звук. Один раз Шри Кришна является Кришна. В день Брахмы Кришна появится только один раз. В день Брахмы один раз Кришна сам приходит туда. Кришна приходит разом со своими товарищами и со своим дхамом, приходит туда один раз в день Брахмы. То есть называют храм Алила, то означает, что все Все, что сидеет, то в своем часу сидеет. Его товарищи приходят тут один за другим в своем часе, и когда настает час, то пан сам теж появится тут. Он грани, он детство, потом такие подраста и уж стаясь меньше. Он играет таким образом. Так он играет, что он не бы росни, от детского до великого. Але в Нитья Лиле, в той вечной Лиле, Кришна нигде си не роди. Только тут на земле Кришна си роди, и те грыжи он росни. Знаете, родися, потом росни, только тут на земле. Потроху малый Кришна учится ходить, потом бега, потом начинает играть. И со всеми друзьями. Радхика ди лоя койла, Радхика ди лоя. Он с Баладевом и своими коллегами идет пастить кровки. И спотыкаясь с Радарани, из Гопи. И там действует танец раса. В тим зросте на 100 лет он роби Расалилы. Это и есть его удивительный. Эхани Йогамая Рубинаво Прабхав. То есть его самая чудовная лила, которая вечно и снеет в его дхаме. Сей Гопабала, тадир сонги, экта обхиново рос ашкадон хелар жанно. Уни тадир ке алада. Удивительный раз. Те пастерки играют за Шри Кришну и Мовишайи Гопигане Рупапати Бхаве. И тешимся той расой.
из-за этого вышли замуж. Чтобы та лилася отбывала и была сводша, гопи не бы маем сахмэнджув. Мадхура лила, дварака лила, варто легко все зрозуметь, але Вриндавана лила, то трудно зрозуметь. Бо во Вриндаван никто не вежа Кришна есть панем. Навод, як видим, якісь всякі розрывки, которые он робит яко Бог, они этого не видим. Они не разумеют, что Кришна Бог во Вриндаван. Его разрывки, яко детско, бардзо трудно зрозуметь. А что тут и трудного? Гопал Камини Яр Чаура Чар Шикамони Яр Буддхати Сангата Сугадев Болле Эй Упапати Бхавта Кичудей Матай Токена Это Авар Шукадева мови, что никто не разумеет его укрытых разрывах с гопи, никто не разумеет его настрою. Йога Майя сделала так, что Кришна есть их коханким, але не меньшим, не меньшим гопи. Я сделал лучшую йогу Майя. Но кто такая Йога Майя? Йога Майя. Кем есть Йога Майя? Йога Майя это чит шакти. Йога Майя это чит шакти. Йога Майя не Бхагавати Дурга. Экане Прожолилар Витори Бхагавати Дургар Томоно Бхумика Ней. Бхагавати Томоно Дитлива. Дурга Деви никогда не входит. Йога Майя это не Дурга Деви. Дурга Деви никогда не входит до Враджи. Йога Майя это чит шакти. Йога Майя это чит шакти. Она чистая энергия. Она чистая энергия Пана. Эрупаратан Бхактаганир Гурхадан Прокат Койло Нитта Лила Хойте. Эй Йога Майя рекане дути сарупа. Акти хочче Аббхакта. Ар аректи хочче Вякта. Тут у Йога Майи сом две сварупы. То такие формы. Мурта Шарути Хочче Пурнамаси Деви. Пурнамаси Деви Дхян Рвече, Рупер Варнана Рвече. Рупа? Онар Кота Рвече. Рупа то Пурнамаси Деви. Онар Кона Астра Шастра Не. Онар Чарато На. Аруни Тасабу Жау На. Пурнамаси Деви не ма 4 ренцы, 60 ренцы, Яко Дурга Деви. Йога Майя то и есть Пурнамаси Деви. Совершает аскезы. Другая форма Йога Майя. Другая форма Йога Майя не ма формы. Помогает, она только свою энергию помогает в разрывках в Раджи. Есть поклонение, медитация для нее. Однако, она Йога Майя не связана с Майей материального свята. Йога Майя и Майя, которая в материальном свете, то та иллюзия, они не связаны. Она лила шакти. Йога Майя то лила шакти. Энергия разрывок такая. Из-за нее? Они не знают. Кто? Она робит так же гопи не везу, кем есть Кришна, а Кришна не ве, кем есть гопи. Все мыслим, что Кришна есть сыном Нанды Махараджи, але никто не разумеет, для чего он украл сердце каждого, для чего каждый кохаго.
Гопи заставили дхармы, это такая религия. Дхарма — это такие обовязки религия. Они заставили. Навацадака Рагануга Бхакти теж ему не потрібна дхарма. Он уже не потребує дхармы. Я не хочу ни визволення. Бхакта тільки хоче робити шраванам і кіртанам. Дхарма парам дхарма ке ек корле хобе на. Ми не повинні сравнювати їх вместе. Дхарма чхари раге дохе корой милон. Так, дхарма и парам дхарма, высшая дхарма, то ружное. Из-за своей милости гопи заставили дхармы и пошли до Кришны. Часами они спускаем Кришны, часами не. Бхактир упоре прарабдхир коно хат ней, мриттюро хат ней. Бхагавате дехален Друва Махарадж мриттюр матхай па дие аар бимане уте гале. Бхактови нигде коно прарабдхо ней. Нигде не вельби других ку богу. Боле ета Бхагаванер ичхай Бхагават крипа. Нету материальных страданий. Бхактир пушти нимитто. Бхактови нигде не терпим. Кармадхин, прарабдхадхин, гунадхин. Не терпим в материальном свете. Але для чего то выгляда, як бы то терпим. Бхакта нигде не знайдуйся в чагунах. Бхакта никогда не связаны с полубогами. Есть такие слова полубогови у вас? Девы. Нигде не связаны с девами. Бхакта нигде им не служит девам. Кону рин бхакти не. Бхакта каро один ной, каро кинкар ной. Люди часто сам привязаны до родины, до дети, але бхакта нигде не привязаны ни до чего. Господа Мукунда. Он только вельби пана Мукунда. Он ніц не робі опруч Шраванам і Кіртанам. Шраванам то слухання, а Кіртанам то співання чи оповідання. Бхакта робить тільки бхакта. Саду, саду, боли онукхан, да, голихари, голихари. Шаткови бхактов, они сам очень задоволены, бо бхакта роби парам дхармы, то выженишь религия, такая высшая религия. Трибуван тадирки арати готче. То якон садок овостай, садокер упори коно дойбер хатне. Эй, Йогати, Тагон Нитто Лилара Джи, Шекхане Дойве Рахат, Кусанты Ке Ашти. Пупагови не могом иметь жадного, на бхакте не могом нияк Эй, Дойве Таки Кахоне. Пуеву. Боги не могут ніяк вплинуть на бхакти. Это все зависит от лилы. Это
জীবগণকে ধন্য করা নয়, উনিও ধন্য হতে চান। যদি প্রকট লীলায় না আসেন, ওনার বাসনা পূর্ণ হবে না, উনি ধন্য হবেন না। ওনারও তো ইচ্ছা জাগে যে অভিনব আরো গাঢ় তব, আরো উচ্চকোটির রসকে আমি আস্বাদন করব। এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ। কৃষ্ণ приходит и робит свои лилы только для корысти джив, шестких джив, то такие души. Он притянул шестки дживы, то означает души, до себе. Только для того, роби те разрывки. আমি নিজে আস্বাদন করে কৃতার্থ হব আর সকলকে রস নির্যাস পরিবেশন করব। Кришна мови, я сам буду слухать в том расе и буду распространять в том расе. Я дам своим бхактам премы, дам своим бхактам смак. И как нам то пшиёнь, стен прасад от Кришны? বললেন প্রসাদের সময় ওখানে গিয়ে আপনি শুধু বসবেন, আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। এবার দেখবেন কিভাবে প্রসাদটা বলে পাচ্ছে, কিভাবে পাওয়া যায়। Просто вы мучитесь задаваться в месяц, где Кришна распространяет просадам. Просто быть тут и достанете тен просадам от Кришны. В том месте, где иди Шравана и Киртана. Это очень легко достать тен просад от Кришны. Просто будь в том месте, где есть Шравана и Киртана. Чистая любовь, спорта, наивысшая милость есть только у Гопи, из Раджи. কেউ বলছেন খুব কঠোর সাধন করতে হবে, অল্প স্বল্প সাধনায় পাওয়া যাবে না। যুব প্রহ্লাদ কত কঠোর সাধন, Bardzo trudno sadany. Zobaczcie, jaką sadany robią Druva Maharaj czy Prahlad Maharaj. Ale Bhakta mówi, to bardzo lekko wszystko dostać. Tylko słuchajcie i wy dostaniecie ten prasad. Czy tutaj mówi się o jakiejś trudnej sadanie? Nie. Бхактови всегда слушают от чистого бхакти, и их сердце сразу хочет принять до себе. Если вы заложите свое убрание до воды, которая имеет какой-то колор, то она сразу станет этого колора, так и тут. Или как если мы поставим стекло на определенный цвет, что если шкло поставить в частичку какого-то колора, то шкло теж будет этого колора. Так само, в зависимости от того, что мы слухаем, мы приобретаем определенный бхав. Мы достаем таком бхаве, такой настрой. Если пракрито кохари ей шокти хаве, তাহলে অপ্রাকৃত লীলা কথার কত শক্তি। প্রজিন নির্মল রাগ তো না বট মটেরিয়ালম свете то се деяще то что говорить о духовном свете если вы хотите о духовном свете রাগমাচিয়ের ভজনটা কি বলেন এই কথা ও ভক্ত ভক্তরে ইদম духовным стежком ধর্ম কর্ম та стежка шраваном и киртаном ой е বর্ণ ধর্ম мы все составляем дхарму карму варнашрама дхарму все составляем и только робим шравана и киртана. Сегодня очень легко. Здесь очень легко зрозуметь.
Махапрабху объяснил, এই যে বৃন্দাবনে আমরা হরিকথার আসর দেখতে পাচ্ছি Это инструкции записаны. Мы сейчас есть, если мы во Вриндаване и можем слушать Харикатхар. Але сейчас это было неможливо. Раньше такое собрание было в Шантипуре. Шантипуре было такие, где тоже было в Шантипуре. Адвайта Ачарья Шантипуре давал Тапанхар. Кришна Бхакти Бхаканите Дихану Сангар. Шей Наматрите Ваше Вайшнавагра Ванна Адвайта Ачарья Нам Три Джагате Ванна. Гян Бхакти Вайрагер Гуру Мукхатара Кришна Бхакти Бхаканите Джихано Шанкара Катадин Шей Хар Чило Махапрабху Ятадин Саннас Нен Шей Хате Махапрабху Срата Гададхар Панди Срата Вишваруп Срата Абай Срата Так и спотканья все зачали в Навадвип, и зашел их Адвайта Ачарья. Махапрабху Нилачале 18 бочор стир бхаве вас корлен. Ад чоле ло Нилачале. И такие спотканья потом все шеместились до Нилачал. Кришна Катха Сарупер Ган. Вираха Ведонай Прабхур Рахай Пара Рамана Дарай и Сварупа Дамадара Нилачали робили таком катхе, робили киртан. Тар поре Болен Махапрабху Ичха Колен И вы старше было трогать, послухать его, и уж человек мог стать бхактом. Эту катху бы поздний Махапрабху хотел приказать катху до Вриндаван. Он зацитовался приказать том веде до Рупы Госвами и Санатана Госвами. Гронте Литчен, но Сушанчито Бешасане Они написали все гранхи. Рупа Госвами и Санатана Госвами, они написали все гранхи и давали катхе. И никогда не садились на выгодном асане. Не сидели нигде на выгодной асане. Рагунат Ванда Госвами Патке Дие Ясарта Вриндаване Патке Дие. Варанаси Чилоджар Бас Калке Рагунат Ванда Госвами Патке Нижасти Чилокина Чайтаннер Према Патра Тапанами Индре Ракутра И потом Рагунат Ванда Госвами достал инструкции от Махапрабху Нижакрихе Гаура Чандре Пайя Параманамде Шевана Парила Дуи Ман Махапрабху Тагитиба Горе Шакти Санчар Дуи Маш Катите Махапрабху Силе Санатан Госвами Патке Шикха Дила Махапрабху дал ему свое шакти. Туми Шамшар Кара Рупа Юктану. Махапрабху Кауке Шамшари Банатче. Кауке Болче Бибаха Коре. Криете Ке Бхаджан Каро. Кауке Болче Бие Коро. Вайшнавер Каче Бхагават Абдхаян Каро. Ар Мата Питар Шева Каро. И служи своим родителям. Амар Каче Нилачале Акбар Ешо. И один раз Мата Пита Ронтостхане Рагунат Часами Махапрабху давал кому-то инструкции о жениться, а кому-то давал инструкции не жениться, а попросту задевать шастры. И Рагунат Госвами пишет до Нилачала, до Махапрабху
и Махапрабху поседил из Вриндаван и приказать инструкции до Рупы Госвами, чтобы студировать шестки Гранхи. Бхагавате Аннитио Бидван. Махапрабху таке нигер шакти санчар. И он пошел до Вриндаван, он очень хорошо видел Шримад Бхагаватам. Эй, где кохароси бхаса? Рупа и Санатана были очень счастливы, что Рагунат Дас пришел до Вриндавана и слушали от него катхе и были в экстазе. И всегда катались. Прожадаме Атхи. И завтра слушали от него Кришна катха. Все рассказы Кришна. Шесть оповедаем Кришна катхе. Кришна катхе. Привлечение Кришны. Увидел любовь Кришны. Когда Кришна катхаро гилло ли. Удава, когда пришел до Вриндаван, теж достал Кришна катхе и его сердце. Его сердце. Але, если кто-то робит то с иными бхактами, то инный боглисмак. И инна шакти, такая энергия инна. Проходила катха. На брегу Ямуны отбывалась, была катха. Шри Бхагавати катха, амрито шамана гатха. Бхагавати катха. Была Бхагават катха, то можно поравнять только с нектаром. Так это катха с мелочами. Та катха пришла с мелочами до Вриндаван, и Рупа Санат была на слухали том катхе, Бхагават катхе. И Рагунат Бхатта Госвами, и он тоже давал катху. И Рагунат Бхатта Госвами тоже давал катхе. И еще тут описывается их вайрагья, их выжечение, какие они были выжечены. Госвами для них было важно только Кришна према. И живёлы инны слухали их Кришна катхе, то попросту так ходили в экстазе. Жены и птахи, как слухали катхе, которые оповедали Госвами, то ходили в экстазе. И теперь он говорит, что ружные бхактови в ружных частях Индии оповедали Кришна катхе. И Кришна Дас Кавираж Госвами теж писал в Святой Гранхе. Вчера было его действие. Джайо Кришна Дасо, джайо Кавираджо Махашайо. Видаясь, что это невозможно описать то, что он написал. Апар Асима Гуна, Савиджаре Кали Дханна Дханна, Нойхати Никато Грам,
এটা কাটোয়ার ওপারে উদ্ধারণপুর, যেখানে উদ্ধারণ দত্তের সমাধি, তার থেকে আগিয়ে গিয়ে নৈহা জীবনে সেকালের দিনে গ্রাম ছিল রাজা ছিল নৈহাটি নিকটে গ্রাম ধামতপুর সুখধাম, যাহা ছিল কবিরাজ গোসাই নিত্যানন্দ কৃপা করি পাঠাইলা ব্রজপুরি, Кришнадас Кавираш Госвами, он мешкал здесь, там, описывая в Яке Вси, а потом Шиша до Вриндаван. Кришнадас Кавираш Госвами достал наказ от Нитьянанды шесть Девраджи и мувить о Шакти и Бхакти. И он достал теж товарищество Рупы и Госвами, и Рупы Госвами, и Санатаны Госвами. মহাপ্রভুর সম্মত গৌর কৃষ্ণ লীলা গৌর লীলা অভিমত ভাসেন গোসাই এ দুই তরঙ্গে কৃষ্ণ লীলা এবং গৌর লীলা গৌর লীলা সম্মত কৃষ্ণ লীলা এই গৌরাঙ্গের লীলা গুণ বর্ণিলেন বৃন্দাবন অবশেষ যে কিছু আসিল Кришнадас Кавираш Госвами описал все разрывки Гуранги, але то описывал тут и седун в Враджи. И даже все разрывки Гуранги в Нилачале, в Гамбире. И начал тот Джаганат Хапури. Тихо кripa kori, Гошайер хате дори. জানাইলা সকল মহত্ব এই যে গৌর লীলা এ বড় নিগুর শ্রীরূপ শ্রী সনাতন বড় বিজ্ঞ দুই জন ভট্ট যুগ শ্রীজীব গোসাই সবে তারে দয়া কইলা সব তত্ত্ব জানাইলা ত্রিভুবনে যাহা সমনা Рупа Санатана, Рагунатдас Госвами, Бхата Госвами, они дали свое благословение Кришнадасу Кавираджу Госвами. Он достал от них ласки и написал те разрывки Гуранги. এই যে গ্রন্থ সুধা একে বলা হচ্ছে গোলক সপ্তু এর ভিতরেই প্রেম আচ্ছা প্রেম পাওয়া যে এত সহজ প্রেম যে পদের ভিতরে প্রেম গ্রন্থের ভিতরে প্রেম হরিনামের ভিতরে প্রেম গুরু বৈষ্ণবের হৃদয়ে প্রেম Все гранхи то мają в себе прем. Все свенты мają в себе премы. Бактови мają премы. То прем практике кену вилопо, кену это обища. Гостами заставили для нас цели премы в гранхах. Для чего мы не можем это взять? Мучите студивать гранхи. Чантовать харинам тоже мучите.
обцевать с гуру и вайшнавами. Приезжать до Дхамы мусите. Коли ми співаємо, коли співаємо версети святих, теж достаємо преми. Але ви мусите увіжити в то, що Гранхі має преми, що Дхама має преми, що служба буствам має преми, що серця гуру і вайшнавов має преми. І ви можете достати од ніхто. Там преме. Як квяти маєм нектар. Еє Чайтанна Чаритамрита Говинда Лиламрита Кришна Парнам Критика. Читання Чаритамрита Говинда Лиламрита Кришна Карнамрита. Так сьоншки. То нектар. Кришна Дас Кавираш Госвами назбирал целый нектар и забрал в одно место для нас. Мы слухаем это Гранхи. Сам Шри Кришна мови, що він буде розпространяти том расе. Що якщо будемо робити шраванам, то достанемо смак до баджану. Капо, натоко, кото, пурана, ти, сото, сото, бодхи, шастро, синдру, мати, кото, чайтанна, чаритамрита, литре, кобила, кришна, дасе, который описуем разрывки Ивана, Вриндаванда, Чаку, Тири, Махапрабху, Лила, Курбадха, пад, як бы, сметане за шістки готего і в одно місце зложив і отварто для нас отварто Чайтанна Чаритамрита Чайтанна Лила Гуна Борнилен Вриндавана Аваши Кечу Ачило Кобираж, Кришна Дас, Читание Чаритамрита, это ксёшки наши, как называемся. Йогомахи, Вяпито Собрал все истории Махапрабху. Он позбирал всех историй о Махапрабху. И записал в Читании Чаритамрита. Кришна Дас Кавираш Госвами. И записал то в Читании Чаритамрите. В конце своего жития. Очень удивительно, не все. Эта гранха очень чудовна, але не все. Все могут в нем зрозуметь. И тем более без ласки святого. Без ласки святого то не может зрозуметь читание Чаритамрита. Йоги йог садона чере дило. Брахмак гянир, брахмак дхян чуде гало. Йоги. Если мы читаем читание Чаритамрита, йоги перестают быть йога, карми перестают быть карми. Все становятся бхактами гуранги. ব্রজবিহারীকে ধরতে গেলাম রাধারমণকে ধরতে গেলাম কিন্তু যদি নদিয়া বিহারীকে সপ্ত করে ধরতে গৌরাঙ্গকে не сближимся, то мы никогда не сближимся до Рады Кришны. Если мы не верим, не злопим Гауранга и Нитьянанду, то никогда не злопим Рады Кришны. গ্রন্থ আস্বাদ করাইয়া গৌরলীলা কৃষ্ণলীলার আস্বাদন করাচ্ছেন Кавираш Госвами помогал нам, чтобы мы взяли урангалию на себе, разумели. Гоурдас Бхав, Радха Даши Бхав.
Читаем те лилы, и те лилы начинаем нам отбирать. Это то, что мы гора дасы и рада дасы. Говоро лила кориле прокарам, хено пошалину онукрам, онукрам бутылом. С фактами Гуранги и служанками Радарани. Кто не разумеет, хвалы совершаются с вами, его грант, Прожимая дури, Бхагаван Пьяшкадон Курмель Махапрабху. Махапрабху раскрывает сладость Враджа для своих преданных, а они для нас. Махапрабху отбирает сладость Враджи для своих бхактов, а те бхактови, то наши ачарьи, они отбирают то для нас. И мы будем это читать, те грантхи. Власти Махапрабху, утро теж будем тут спотикаться.